Работники паромной переправы заблокировали въезд в туннель под Ла-Маншем. Они перекрыли шоссе и жгли покрышки. Это знак протеста против намерений руководства компании-оператора Евротуннеля продать суда. В этом случае люди останутся без работы. Сообщение было прервано на несколько часов. Но перебои в движении транспорта через туннель, соединяющий Францию и Великобританию, происходили на протяжении всего дня. В прошлом месяце работники переправы уже устраивали подобную акцию протеста. Тогда движение по Евротуннелю и сообщение по морю парализовано было полностью.